Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мама мне купила подарочек-сюрприз. Я еще не знаю, какой. Сейчас мама мне его даст, и мы будем делать распаковку. А пока вы поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики. Настюша, а ты догадываешься, какой сюрприз? Нет. Ну, а как ты думаешь? Тебе понравится? Думаю, да. Да? Ну, давай, открывай. Зачем ты его в пакет засунула? Чтобы ты его открыла. Давай. Он еще в какой-то бумажке. Давай, двумя руками. Работай руками. Дело в том, что Настюша очень давно мечтала о куколке и о колясочке, чтобы она могла ее катать. И мама сегодня ей купила что? Настюша купила тебе, мама? Вот такую вот куколку с колясочкой. Вот такую вот куколку с колясочкой. Ну как, Настюш, тебе нравится вообще? Да, там еще есть вот это. Что? Вот. Там может быть и других. А тут колясочки. Так, сейчас мы откроем. Да. Давай, тяни вниз. Опа! Можно было и... Вот такую вот куколку. Вот такой колясочки. Настюш, тебе реально нравится? Да. Дело в том, что она ходить не может и не может нормальную коляску нести. У нее была большая коляска, но она пару раз упала с кровати, пока толкала ее. Один раз даже получила перелом. И я выкинула коляску, больше не стала ей покупать такие коляски, потому что это все плохо для нее заканчивается. А сегодня я увидела вот такую вот колясочку и решила ей купить. Спасибо. Сейчас мама откроет. Хорошо. Просто моя выстрелится. Колесики крутятся. И она прям прочная такая. Все на болтиках. Все на... А ну, да, я достану малыша. А, он тут на резиночке держится. Вот такой вот бебик тут в колясочке. Одетый. Мама, дай. Ой, бебик, раздену. Ножки выпрямляются. Можно и посадить, можно и довольно-таки мягкий. А ну, на, держи. И держи коляску тоже. Он приятненький. Приятненький такой, да? Да. Его еще можно положить там. Типа такая подушечка. Да? Угу. Сейчас попробую положить. Ай! Вот так вот. Он не улезает. Вот это. Еще в наборе шла вот такая бутылочка. Не знаю, это, наверное, девочка, потому что розовая бутылочка. Конечно, девочка. И коляска у нее такая вот розовенькая, модненькая. Вот подставка для бутылочки. А ну, поставь туда бутылочку. Сейчас попробуем. Вот теперь Настюша сможет лежа на кровати играть с коляской, да? Да. Катать коляску и лялечку свою, да? Вот. Вот, колесики катятся. Да. Нравится? Да. Очень-очень нравится? Да. Настюше понравился подарок. А если вам понравился, тоже ставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, на Настюшин канал. Извините. И ждите новые видео. Да. А Настя пойдет кататься. Ой, а лялечка начала плакать. Мой лялечка. Вот и есть теперь и у меня. Да, и теперь и у тебя есть, да? Да, он не влезает. Но у тебя есть куколка и поменьше, так что
Найдется. Вот так вот, пока его катай, а другую, которая поменьше, мы найдем и положим. Можно кукол Лол катать в этом. Они маленькие такие, вот как раз они влезут, да? Да. Все, скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. Жмите на колокольчик и ставьте лайки. И подпишитесь. Да. Настя очень рада новым подписчикам. Да. Вот такая вот. Еще хотим поблагодарить Татьяну Борисовну и Ирину Владимировну за финансовую помощь Настюше на новые игрушки и на вкусняшки. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья вам и вашим близким.